такие коровы специальные для котов. Следующее предложение. Ой, не волнуйтесь, вернусь. Я же никуда не уезжаю. Есть такие коровы специальные, запятая, для котов. Козы называются. Козы называются. Зачем вы переписываете? Пусть так, я не снижаю оценку. Кому-нибудь еще раз прочитать? Значит, есть такие коровы специальные для котов. Следующее предложение. Точечку ставим. Козы называются. И последнее предложение. В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных в одном большом колхозе. О, нет, селе. В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных в одном большом селе. Снимите меня в кино, товарищ режиссер. Обязательно. А себя назовите, пожалуйста. Варвара. А вот что вы на этой локации, что вы делаете конкретно? У нас тут синематограф, вы можете бесплатно посмотреть фильмы начала 20 века. Где, вот там? Да, внутри. Вот тут у нас висит расписание, можете ознакомиться, прийти в любое удобное время. А тут у нас уже фототочка, можно сфотографироваться вместе с нашим реквизитом и со шляпками. Здорово. Удивительно. Где? А, вот, все. Так, поменяйте местами, этот зал останется, да? Варвара, вот тут фильмы идут бесплатно, да. А можно на минутку зайти? Не могу сообразить. Что за... Я как будто на съемки фильма попал. Фильма 40-х годов. Здравствуйте, а скажите, а у вас что, это продается? Это, или... Выставка денежных знаков 20-30-х годов. Ага. Их можно получить, поучаствовав в викторине после лекции. Ближайшая лекция 8 часов. А лекция здесь будет? Здесь, да. Тема лекции — денежная реформа и банковская система 20-30-х годов. Удивительно. Угу. Спасибо. Так, ну а здесь... Севриды Осовая Хим. Смотри. Рассказывает ветер. Военная сирена, которая заводится с руки. Большие пальцы вниз. Да. Сначала подбородок, потом вся остальная голова. Натягиваешь быстро. Руки убираешь только тогда, когда дойдешь до затылка, прежде чем одеть, выдыхаешь. Давай, вот, давай, резко, давай. Резко. До затылка, вот, смотри, смотри. Не вышло. Еще разок. Видишь?
Палец пощипи. Давай. Мне нужно найти пластырь, а то я точно... А что, у нас? Не могу сесть. А у Вальдемара что еще есть? Эта выставка открылась 10 августа. Не помню, сколько она продлится, скорее всего, до сентября будет работать прямо около станции метро Краснопресненская и около детского, около московского зоопарка. Вот такая вот выставка интерактивная, удивительно. То ли ретро, то ли подготовка к военным действиям. Все-таки надеюсь, что это больше надо расценивать как нашу русскую историю. Ну да, уже знаешь, так в сфере на самом деле своей полегче, потому что не знаю.